сделав выводы, забралась в беденышку. Это очень обидело девочку, она вырвала клюшку у бабушки. Говорит, отдавай мою денежку, а то быстро отправлю к прабабушке. Испугалась старушка болезная, побежала в припрыжку по улице, а за нею походкой железною зашагала свирепая девочка, а загнала ее в угол под лавочку. Никуда, мол, старуха, не денешься, а старушка кричит, побелела вся. Хочешь ешь, выпивай меня, а только я не отдам тебе денежку. Подошел к ним товарищ зевающий, мне с утра говорит, на работу, блин. Разобрался в вопросе по-быстрому, дал обеим по 25 долларов, чтобы только они убирались, под окошками, блин, не шатались. А не то он подключит подельничков, и они всех отправят к прабабушке. И девочка пошла под ручку с бабушкой, мимо дядечки с разинутой варежкой, а потом под другими окошками. Девочка, девочка, девочка уронила денежку. И с тех пор так у них все и водится, каждый вечер они хороводятся, под окошками громко ругаются, а жильцы им не деньгами кидаются. Дядька с разинутой варежкой ходит следом, все чуть стремается, объяснить им чего-то пытается и не может закрыть свою варежку.